Молодые саженцы яблонь и груш в мелких трещинках кора. Соседи говорят цикадка. Подскажите, что это может быть, как бороться? Трудно ставить диагноз со слов соседей, но тут я скорее соглашусь с вашими соседями. Сразу скажу, ранневесеннее опрыскивание садом мочевиной с медным купоросом не поможет. А вот опрыскать фитовермом с прилипателем очень полезно. Но, очень важно, одна обработка не поможет, хоть фитовермом, хоть химией. Весной нужно сделать хотя бы 3 обработки с интервалом 5-7 дней. И очень важно то же самое сделать осенью. Ну и кору деревьев полезно поддержать противогрибковыми фитоспорином и триходермином.